Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com, и сегодня героем нашего обзора будет недорогая беспроводная мышка Trust Mashi с регулируемой чувствительностью сенсора, дополнительными кнопками и удобной конструкцией. Стоит всего 1690 рублей. Комплект включает пальчиковую батарейку, адаптер подключения и руководство пользователя. Форма мышки симметричная, выполнена из черного матового пластика. Внешняя поверхность не подвержена загрязнению следами пальцев. Дизайн в стиле игровых манипуляторов, скошенные грани, выступ по центру и выпуклая спинка. Вес у мышки хорошо сбалансирован по всем осям. Слева углубление под большой палец и такое же справа. Удобный надежный хват. Ожидаемо с учетом стоимости у Trust Mashi нет прорезиненных накладок, только пластик. Есть пара дополнительных кнопок, выполняющих функции вперед и назад. Справа кнопок нет, основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. Нажимаются клавиши с четким и слышимым кликом. В центре колесико зацепами. Позади него клавиши переключения чувствительности. В этой зоне светодиодный индикатор. На основании пенал для хранения адаптера подключения, окошко сенсора, механический выключатель и отсек для пальчиковой батарейки. По периметру находится 5 компактных ножек скольжения. В мышке установлен оптический переключатель, максимальная чувствительность 2400 dpi, минимальный уровень 8000 dpi, между ними можно переключаться с помощью клавиши на корпусе. Тесты проводили на мягком коврике, есть акселерация и сглаживание на верхних уровнях чувствительности. Скорость передачи сигнала высокая, подойдет для игр. Для беспроводного соединения с ноутбуком или компьютером используется адаптер с частотой 2,4 ГГц. Дополнительная настройка не потребуется, в руке лежит удобно, скольжение контролируемо. За время теста в течение месяца нам не удалось разрядить комплектную батарейку, автономность у нее хорошая. Trust Mashi недорогая беспроводная мышка, которую можно использовать для работы и для игр. Универсальный вариант, выполненный в эргономичном корпусе с дополнительными клавишами и регулированной чувствительностью. Не устроить может отсутствие дополнительных клавиш справа. С удовольствием обсудим эту мышку с вами. Всем спасибо за внимание и пока-пока.